Всем привет, меня зовут Артур, мы продолжаем взбираться на гору Селеста. Правда, делаем мы это не очень часто, но тем не менее. Так, хорошо, в предыдущей серии мы с вами что сделали? Мы с вами пробрались наконец на подъемник. Чисто теоретически, здесь до верхушки осталось не очень-то и далеко, то есть у нас сейчас вот эта вышка и еще обратная сторона горы, и потом, скорее всего, сама гора, мне так кажется, но говорят, что игра дольше, чем кажется, я не знаю, может быть я ошибаюсь, может быть что-то еще произойдет, но я, кстати говоря, бедный Ушер, господи, мне с каждым разом все более жалко становится, я не знаю, потому что я просто именно на его отеле тренируюсь, то есть я сейчас, чтобы свои окостенелые руки немножко размять, я опять прошел его отель. И я не знаю, каждый раз, когда я туда возвращаюсь, каждый раз мне становится его очень сильно жалко. Но говорят, что мы его еще встретим. У меня есть уже некоторые мысли по этому поводу, но пока что вот что мы с вами сделаем. Мы сейчас отправимся снова на подъемник, но на этот раз пойдем на сторону B. И да, у нас еще два секретика надо найти. Хорошо, давай сначала найдем эти два секретика, и потом на сторону B отправимся. Определить пропущенную секретку на самом деле не очень-то и сложно. Главное запомнить последовательность того, как вы подбирали клубнички. А, получается, смотри, вот эту клубничку мы с вами взяли вторую, если верить, конечно, большой карте. Соответственно, мы где-то пропустили самую первую клубничку на этом этапе. А пропустить мы ее могли, похоже, только наверху, потому что никакие стенки здесь больше не отмечаются. Я на самом деле думал, что здесь нету секреток наверху, именно вот в этом месте. Но оказалось, что они здесь все-таки есть. И на самом деле я эту клубничку только что забрал. Это не попало, увы, на запись, каюсь. Но я вам покажу, как я это сделал. Здесь на самом деле все довольно просто. Здесь получается рассчитано на то, чтобы вы все равно погибли. То есть вы с этой стороны забираете клубничку, а назад вы уже в принципе не можете вернуться, потому что как бы вы ни старались, это уже в принципе невозможно. Поэтому она рассчитана на то, чтобы вы здесь погибли. Ну хорошо, ладно, идем к следующей. Последнюю пропущенную клубничку мы с вами оставили вот на этой развилке. Получается, мы в прошлый раз полетели сразу в секретку. Я пытался какое-то время забрать здесь вот эту клубничку. Я даже понял, как это сделать, пока мы с вами просто не влетели в секрет. Ах ты ж твою ж дивизию. Короче говоря, вот каким-то таким образом ее надо оттуда достать. Угу. Ну-ка. На самом деле, это довольно легко сделать. Тут главное учитывать ветер. Вот тут я долго, на самом деле, в прошлый раз мудохался, пока не понял, что достаточно просто... Когда не понял, что достаточно просто... Давай куда-нибудь приземляйся. Прекрасно. Теперь можно выходить на карту. Пока не понял, что там достаточно просто зацепиться за верхушечку. Да? Достаточно просто вернуться на карту. Здесь, получается, сохранение идет сразу же... Да. Сразу же, как только ты хватаешь клубничку, сразу же идет сохранение. Я когда ту клубничку предыдущую случайно забрал и понял, что, точнее, забрал и понял, что я это не записал, я попытался быстро выйти из игры, зайти, не получилось, увы. Ладно, хорошо, так, у нас сейчас остается что? У нас сейчас остается, получается, только вот это вот место на сторону B. Хорошо, давай. Золотой кряж, миг золотое перо. Ну-ка. На самом деле, я ожидаю, что это место будет достаточно жесткое, потому что взять вот эти шипы... Взять вот эти шипы, потом если будет дуть ветер, будет совсем задница на самом деле. Но говорят, что все ожидают, когда я наконец уже приду на... Тихо-тихо-тихо, когда я уже приду на сторону С, потому что, судя по всему, на стороне С там совсем какое-то неистовое... Что-то совсем неистовое творится. Я тебя понял, что-то совсем неистовое творится и... А я с этим все никак не это самое, все тяну и никак не доеду. Но я думаю, что мы скоро к этому придем, потому что, серьезно, мы уже сами прошли, получается. У нас, понимаете, в чем проблема? У нас было 4 прохождения одновременно. 4 прохождения одновременно — это очень трудно. Стоп, это шипы были. Я думал, что это бэкграунд. 4 прохождения одновременно — это было очень трудно, но я сознательно на это пошел, и потому что... Это надо разбить, наверное, да? Я сознательно на это пошел, просто потому что с нашим графиком выхода серии мы бы никогда не добрались бы до Ghost of the Tale, например. Тем более я чувствовал, что если мы сами продолжим в таком же духе, то
Я тебя понял. Нам надо там перегруппироваться. Я чувствовал, что если мы с вами продолжим в таком же духе, то до Ghost of a Tale мы с вами дошли очень не скоро. И тем более, что у нас еще, помимо прочего, был Робби, который не так давно вышло дополнение к нему. Я имею в виду вторая вот эта локация, которая... Вторая локация, которая требует очень огромного количества времени. Так вот тут надо действовать очень быстро, потому что... Короче, на самом деле все достаточно просто. Тут главное, помните, что нам писали... по-моему, как раз вот к началу вот, вот таких вот уровней нам писали как раз небольшую подсказку... Да, отлично. Нам писали небольшую подсказку насчет этого. Я имею в виду, что... Я имею в виду, что мы можем как раз использовать прыжки от стен, и это не будет тратить нашу энергию. Угу. Ну, на самом деле, довольно жестко здесь все начинается. Мне на самом деле нравится. И оказывается, смотри, оказывается, эта штука умеет проходить через... Угу. Через шипы она умеет прилетать. Хорошо, будем иметь в виду, но... Но должен тебе сказать, что на самом деле от этой игры у меня нет такого, как, допустим, от того же Робби. То есть у меня не горит. Причем... Ого. У меня не горит, причем совершенно никак. То есть я имею в виду, что эта игра, она действует на меня достаточно успокаивающе. И мне это нравится, несмотря на все. Вот зараза. Ладно, давай просто помрем. По какой-то причине эта игра действует на меня успокаивающе. Я не знаю почему, может быть, я уже просто закалился сильно или черт его знает. Но просто, смотри, мы погибаем здесь на самом деле не меньше, чем в том же Робби. То есть у нас на уровень в Робби уходит где-то по 300 смертей. Здесь примерно то же самое происходит. Примерно то же самое происходит, но по какой-то причине меня это не бесит. Вот, допустим, вот этот же момент, который только что произошел, я практически не почувствовал никакого раздражения. Ага. Идеально. Я практически не почувствовал никакого раздражения, и мне кажется, что это, возможно, связано связано с атмосферой игры, или, может быть, как-то... Или, может быть... О, слушай, я могу его? Нет, не могу. В принципе, наверное, мог бы, я имею в виду, сюда выдвинуть, чтобы куда-то там пройти, но я думаю, что это ни на что бы не повлияло. Так, здесь надо что-то сделать. Здесь, скорее всего, надо схватиться для того, чтобы что... я тебя понял. Хорошо, допустим, давай. Короче, я не знаю, просто, может быть, это как-то связано с тем, что... как-то, может быть, связано с атмосферой в самом Робби, или черт его знает. Может быть, это связано с тем, что здесь музыка какая-то более успокаивающая. Я, честно говоря, не знаю. Но вот Робби, конкретно Робби, он меня реально бесит. Он меня реально бесит тем, что он действительно очень сложен сам по себе. Селеста, не сказать, что она легкая, на самом деле, тем более, что... тут есть еще сторона С и... Да, ёлки зеленые, там надо в бок немножко. Тем более, что здесь есть еще сторона С, которая, говорят, совсем какая-то неистовая. То есть достаточно многие ее не смогли пройти, но за исключением, конечно же, те, кто смогли это сделать, я имею в виду там каких-нибудь рекордсменов на YouTube и тому подобных, я имею в виду, которые, допустим, ту же Тоху. Ну, я просто недавно смотрел, как Тоху проходили сейчас на работе. Я на нее что-то подсел, сейчас на работе посматриваю, как люди проходили там 15-ю, 13-ю, 11-ю Тоху, или, допустим, начиная с 6-й. Вот такие люди, скорее всего, проходили. Ну, короче говоря, не знаю. Я знаю, что многие сейчас ожидают, как я буду проходить именно эти этапы, но почему-то мне кажется, что даже они не будут меня сильно раздражать, хотя, учитывая... Учитывая, что мне про них писали, скорее всего, они именно разработаны для того, чтобы драть задницы. Тихо. Ага. Так, ну понятно. Вот в таких местах, на самом деле, здесь сделано все так, чтобы пройти только исключительно с помощью дэша. То есть, сдвинуться с самого места я не могу толком. Я могу только сдвинуться с помощью дэша. Угу. Кстати говоря, я помню, что говорили, что... Тихо. Говорили, что стороны С, они на самом деле не очень большие сами по себе. Я имею в виду, что они буквально состоят из нескольких экранов, и мне кажется, что не знаю, что... Мне кажется, что они представляют собой в основном уровни, как были... Этот верх надо сделать, да? Мне кажется, что они представляют собой уровни, какой там... Господи, как эта игра называлась? Они... I wanna be the guy, короче говоря. То есть, совершенно несправедливым...
несправедливой сложности, наверное, что-то мне такое кажется там происходит. Ведь... Зря я сделал дэш. Дэш там, скорее всего, знаешь, для чего нужен был бы? Он там нужен только для того, чтобы как раз дэшнуть тут в левую сторону. Та зараза. Знаешь, отвлекаться на стороне Би тоже чревато тем, что нам игра будет очень серьезно за это... надирать задницу. Ага, значит, я все-таки здесь не зря сделал дэш, просто потому что... Видишь, что происходит? Если бы я его не сделал... зараза. Слушай, давай сделаем вот так. Угу. Если бы это... И ветер сразу прекратился. Это нормально вообще? Хорошо. Ага. Мне вот это место, кстати говоря, очень сильно, знаешь, что напоминает? Очень сильно напоминает белый дворец из Hollow Knight. Только не тот, я имею в виду... не сам белый дворец, а вот этот путь боли, который здесь всего на самом деле очень сильно этим отдает. Кстати, там выходило новое обновление, помните, я еще в предыдущей серии, по-моему, говорил, что обновление... Подожди, я не запомнил на самом деле. Я еще в предыдущей серии говорил, что обновление выходило для Hollow Knight, но оказывается, это было не совсем то, это был контент-пак обычный, то есть я имею в виду, что... От зараза. Слушай, на самом деле я мог бы, наверное, и без этой штуки справиться до какого-то определенного момента, да? Без подъемника, я имею в виду. Я, кажется, понял, что от нас хотят. Ну-ка, дай-ка я еще раз взгляну. Смотри, если я прав... Так, погоди. Ага. Если я прав, то получается, что нам вот эта платформочка вот здесь, вот я имею в виду эта пружинка, она нам дана для того, чтобы мы... не для того, чтобы мы как-то ускорились и, я не знаю, успели чуть-чуть раньше этой платформы. Нет, не совсем так. Она нам дана для того, чтобы мы перегруппировались. Я имею в виду, чтобы у нас хватило сил потом схватиться вот здесь за обратную сторону платформы, а потом доехать до сюда и взять вот этот кристалл, чтобы тут уже залезть как положено. И у меня вообще есть подозрение, что когда мы залезем сюда выше, то у нас, наверное, будет там дуть ветер, что-то мне это подсказывает. Черт его знает, а может быть и нет. Но, короче говоря, все на самом деле довольно просто, мне так кажется. Ну, по крайней мере, проще, чем... Выглядит она гораздо жуще. Ну-ка. Да, смотри, а теперь у нас просто должно хватить... А, энергии, видишь, а энергии, черт возьми, не хватает. И вот именно для этого там, похоже, и платформа и находится, чтобы я успел просто на ней перегруппироваться. Потому что, видишь, если я, получается, схвачусь за... А нужно просто здесь максимально мало лазить, я так полагаю. Ну-ка. Просто если я схвачусь за стенку, то, получается, этот прыжок, он у нас получается именно на вот этом вот моменте. Этот прыжок нас пере... Погоди, а почему я только что не слазил вниз? По идее, когда она моргает, это означает, что мне уже не хватает сил совершенно. То есть, по идее, я должен был начинать сползать вниз. Почему она не сползала? Это как-то зависит от платформы или нет? Или мне... Или я чего-то еще не знаю. Может быть, конкретно на этих платформах, когда у меня не хватает сил, она не сползает. Либо же, может быть... Та зараза. Либо же, может быть, она еще не полностью потеряла силу в тот момент, что скорее всего. Ну, короче говоря, здесь главное зацепиться. Ага. Зараза. Вот там самое главное просто зацепиться... Успеть нормально зацепиться за обратную сторону, и все. А здесь не зацепиться за этот самый, все будет в порядке. Ведь? Смотри, видишь? А, все, я понял, она получается, все понятно. Она просто еще не успела устать, как положено в тот момент, все понятно. Ведь? Ага. Ты серьезно? Что у меня там зацепило? Я же был на идеальной высоте. Ладно, хорошо, давай еще раз. На самом деле, довольно неплохая разминка. Я бы не сказал, что здесь все очень сложно, но... Как раз, учитывая, что мы с вами довольно давно не играли, то это достаточно хорошая разминка. Вот здесь главное... либо, знаешь что, тут, наверное, просто не стоит сильно перепрыгивать вперед. Просто достаточно слегка вот так вот. Да. Все будет в порядке. Вот тут, блин, черт подери, не хватает чертовой энергии. Немножко, буквально чуть-чуть. Нам так рассчитано, на самом деле. Ага. Давай, Мэдлин, у нас все получится, просто дыши. На самом деле у нее быстро кончается выносливость в тот момент, когда она начинает ползти вверх. То есть я имею в виду, что нужно просто не ползти вверх, как только у нее кончается энергия.
и все делать буквально в несколько прыжков. Сейчас мы не ползем никуда, а теперь ползем. Ага. И ветер не дует, серьезно? Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Я почти что разочаровался, думал, что ветер нам все-таки помешает. Это было бы достаточно подло, на самом деле, с этой стороны. Надо немножко подумать. О, тихо. Угу. Так, хорошо, дай-ка подумать. У нас есть, по-моему, здесь два пути. Один путь мы можем проделать через верх, а другой путь мы можем проделать через левую сторону. В принципе, ветер здесь не такой сильный, а можно попытаться сделать это через низ сначала. Но давай вот что сделаем. Давай проверим сначала первую теорию. Попробуем сначала забрать вот этого дела. Угу. Уй-я. Давай пробуем еще раз. Мне кажется, что здесь нужно просто успеть сделать так, чтобы у нас успело под ногами появиться, да, появиться вот этого дела. Да, получается, смотри, можно попытаться пройти через верх. Я думаю, это достаточно рабочая штука. Ведь. Ага. А потом сюда. Сюда, ага. И примерно таким же образом можно было бы... Во, да, да-да-да, оно самое. И примерно таким же образом можно было бы попробовать пройти через низ. Но в этом случае у нас может не получиться забрать тогда... забрать верхнюю штучку. Когда... Если мы начинаем через верх, то у нас есть все шансы ее оттуда сразу же выцепить, по идее. Так что я думаю, что мы так и продолжим, да? Угу. Единственное, что реализовать от этого дела здесь достаточно проблематично из этого сраного ветра. И знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что дальше только будет все усугубляться. Просто потому, что мы поднимаемся все выше в горы, и, в принципе, ветер, по идее, должен будет только усиливаться. Тихо, родная. Ага. Нет! Ты серьезно, Мэдлин? Но тем не менее. Тихо. Идеально. Угу. Я сейчас, кстати говоря, то, что я сейчас вот проделываю, я каждый раз после этого вспоминаю тот момент, когда мне пишут, что типа хотят видеть, когда у меня начнутся сложности с этой, с этой игрой. Я, честно тебе сказать, думаю, что они скоро начнутся, хотя бы взять сторону С. Вот я все время думаю о стороне С, скорее всего, там они и начнутся. Но пока что я чувствую себя достаточно уверенно, должен тебе сказать. А, что это было? По-моему, я только что влетел в шипы, нет? Я чувствую себя достаточно уверенно на самом-то деле. И мне кажется, что сложности начнутся не раньше, чем мы с вами попадем к красноспособнице. Это во-первых. Так, погоди, мне показалось, что там... Зараза. Мне показалось, что там я не могу пролететь без дэша, но при этом, если я использую дэш, я не смогу дальше пройти. Или там внизу что-то было, ну-ка. А, там внизу есть пимпочка, на которую я могу встать, нет, все в порядке. То есть дэш этот в любом случае использую, но делаю вот таким вот образом. Да-да-да-да-да. То ты серьезно? Идеально. И это мы, получается, сами только прошли первую часть, представляете? Это... На самом деле здесь вроде бы как стороны Б должны быть поменьше, но пока что смотрю, что они какие-то огромные стали. Ну так не кажется, не? Вот я зря это сделал. Ага. Нет. Ах, ты ж зараза, Мэдлин, там, кстати, чуть-чуть осталось. На самом деле, я уже давно потерял контроль, но все-таки. Короче говоря, я все время вспоминаю, как мне пишут о том, что ожидают, когда у меня уже начнутся сложности с этой игрой. И я думаю, что они начнутся... Скоро должны начаться, по идее. Но, с другой стороны, я вот еще о чем думал. Я думал, что он... Точнее, я не то чтобы думал, я заметил, что у меня, похоже, чуть-чуть поднялся... Скилл, мне так показалось. Я, конечно, не уверен, может быть, мне только показалось, но именно играя в Робби в данном случае, мне кажется, что у меня стало немножко лучше играть. Ага. Так, ну я понял. Тут на самом деле надо только чуть-чуть аккуратнее это делать. Угу. Ты серьезно? Вот там надо было просто сделать это вверх, и все, и все было бы в порядке. Короче говоря, мне кажется, что у меня чуть-чуть поднялся скилл, и я вот еще о чем подумал. Я только что, буквально вот, когда мы там посмотрели сами Тоху, вчера, позавчера, да, поиграв в Тоху, я заметил, что и там я чувствовал себя, в принципе, вполне комфортно, и я думаю, что через какое-то время я бы смог бы даже ее пройти достаточно без...
Блин, что ли, знаете, о чем я подумал? Я еще буквально вот тоже пару дней назад пересмотрел One Punch Man. Помните эту анимешку довольно прикольно? Вот, пересмотрел его и подумал, что, представляете, что будет, если у меня в итоге поднимется скилл до такой степени, что... Опять-таки, у нас уже была такая тема, но сюжет я придумал немножко другой. А здесь сюжет... Что если сюжет будет примерно такой? В итоге у меня поднимется скилл настолько, что в итоге ни одна игра не сможет... Что я все игры буду проходить с одной попытки, вот. То есть, только зашел, допустим, на экран и сразу же его прошел. Ни разу не помирив, при этом, при том, что ни разу не видел, как он проходится, или что-то, ну, в общем, что-то в таком духе. И в итоге мне будет очень скучно играть в такие игры, представляете? Что-то, что тогда делать? Вот о чем я подумал. Да зараза, что ж такое-то? Но пока еще есть игры, которые могут предоставить сложность, я буду этим наслаждаться. Идеально. Слушай, здесь я знаю, что нужно сделать. Мы не сможем пройти поверху, но мы сможем пройти по низу. Ага. Причем здесь нужно сделать это именно синхронно. Так. И там тоже можно, получается, залезть наверх, либо же можно, конечно, подождать, когда она полетит вниз. Но я думаю, что здесь получается... Здесь очень много, знаете, проходится, грубо говоря... Очень много здесь проходится, грубо говоря, с первой же попытки... Когда вы только попадаете на экран. Здесь главное просто понять. То есть вот вы появились, и можно сразу же, грубо говоря, пройти. Грубо говоря, спидраном. Не останавливаясь. Угу. Серьезно. Короче говоря, я тебя понял. Хорошо. Ну-ка. Вот тут самое главное, получается, успеть тут постоять, а потом еще тут постоять. Чтобы просто вот это успела вернуться платформочка. Ага. Так, ну-ка. Да, здесь это практически очевидно было, только я забыл самое главное правило этой игры. У нас левый триггер должен быть всегда зажат. Я хотел бы еще рассказать вам немножко о тех теориях, которые напридумывались за вот это время, которое мы сами не играли в эту игрушку. К тому же мне уже пытались люди намекнуть какие-то детали, уже даже... Я, кстати говоря, выкладывал некоторые арты, которые нашел на официальной страничке этой игрушки в... В Стиме. Тихо. Честно говоря, я думал, что присесть не поможет. Короче, хотел вам рассказать немножко о том, что напридумывалось за это время. Ну, давай пока на эту сторону сходим. Посмотрим, что нас здесь ожидает. Но мне кажется, что игра меня сейчас очень сильно накажет за это, потому что на сторон... когда мы с вами проходим сторону B, ну, никогда не получается поговорить о чем-то... о чем-то другом, потому что здесь все-таки эта сторона, она требует большого сосредоточения. Ну как, не то чтобы сильно большого, но она требует, по крайней мере, какого-никакого, но сосредоточия требует. Короче говоря, смотри, получается, вот этот большой куб мы должны, похоже, продвинуть аж вот на самый верх. Учитывая, что эти кубы могут пролетать через шипы, нам нужно будет отодвигать вот эти кубы, успевать каким-то образом отодвигать эти кубы в сторону. В принципе, вот что мы можем сделать для начала. Чтобы как-то потестить этот экран, мы можем попытаться для начала просто убрать... Нет. Для начала мы можем просто попытаться убрать с дороги вот этот блок, а дальше... Дальше просто поехали. Ага. И... А вот теперь хрен что-то сделать. Здесь, получается, нужно убирать блок и переходить сразу же на левую сторону. Вы смотрите, залетаешь на этот блок. Ёлки зеленые. Да. Проблема заключается только в том, что Мэдлин чуть-чуть не долетала до платформы, и сама платформа, ее нужно успеть активировать. То есть сначала ты очень быстро активируешь верхнюю платформу, потом очень быстро активируешь нижнюю платформу. Иди. Тихо. Вот зараза. Хорошо. Но там вроде бы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Хотя, честно тебе признаться, вот именно игра с платформочками, она достаточно непростая. Мне кажется, что именно на стороне С уже могут начаться вот именно проблемы с платформами. Не столько с
с преодолением каких-то мест, а именно с платформами и их управлением. Это довольно круто. А, кстати, я вспомнил такой момент. Помните, я говорил, что мы нигде еще не встречали момент с... Я имею в виду именно игровой, игровой момент с... Нет! Опять! А, зараза! Я просто не успеваю. Помните, я говорил, что мы нигде не встречали момент с... ну, вот эти вот пузырьки, которые мы встречаем, да, на которых мы пытаемся прыгать как-то через... Я имею в виду, которые нас ускоряют. Помните, я говорил, что мы еще нигде такую механику не встречали. Короче говоря, я вас обманул. Мы встречали подобное. Я вспомнил, где мне даже показали. Мне даже показали, где это было. Это было в... Ой, нет, я заговорился. Это было так обидно. Черт подери. Оказывается, оно, видишь, оно здесь не пролетает немножко. Блин, это ж надо было. Я уже был уверен, что мы сейчас доедем, все будет в порядке. Угу. Короче, мы эти пузырьки вот такие вот, мы их встречали в Аутленде, представляете? А я... Я просто элементарно забыл. Так, ну здесь на самом деле все просто. Угу. Я даже помню, что вот даже вот подобную механику, вот именно вот... Вот такую вот с пузырьками... И куча колючек мы же где-то встречали. На самом деле, мне очень сильно понравилось, как подобные платформерские моменты были реализованы именно в... на пути боли в Белом дворце. Я, наверное, его на всю жизнь запомню, хотя я там не особо-то и пострадал на самом-то деле. То есть, в принципе, меня ничего сложного там особо и не заметил. То есть, я не очень много потратил на него времени. Так, нельзя вбок, нужно вверх отлетать. Но я запомнил его потому, что он был очень классно реализован. Надо чуть-чуть вниз подлететь и потом сделать дэш. Просто дэш, он получается слишком высокий, и я слишком... ну, я имею в виду, я налетаю на шип вверху из-за этого. Надо чуть-чуть ниже опуститься, тогда все будет в порядке. А тут надо просто вверх задэшить, и все. Ведь, ага. Да черт подери, не в бок, медленно, не в бок. Вверх, просто вверх. Вот как-то так, да. Ты серьезно? Короче говоря, мне просто чисто я не знаю, с механической точки зрения, что ли, очень понравилось, как там было все реализовано с помощью пил. Там были такие классные места, которые требовали, требовали очень четкого микроконтроля, и это было очень прикольно. А если я вообще не выбираю направление, я вот только что попробовал, мне стало интересно, что произойдет, то она просто отлетит... Ведь? Вот, да. То она просто отлетит в бок по тому направлению, которое ему ей больше самой понравится. Ага. А, здесь ветер, я тебя понял, здесь ветер просто останавливается, хорошо. А, вот здесь несколько сторон, да, серьезно. Это может, кстати говоря, на руку сыграть. Направление ветра такое. Ведь. Ну, здесь оказалось проще, чем я думал, ну ладно. Это было глупо. Здесь знаешь, что нужно сделать? Здесь, короче говоря, я понял, они решили сыграть на том, что мы с вами привыкли, что облачка, они немножко нас под это самое. Здесь нужно, получается, сделать небольшой... Можно сделать небольшой скачок от облачка, то есть не высокий, а просто низенький скачок. Вот, допустим, смотри. Ага. Во, да, вот это вот оно. А здесь именно высокий нужно сделать. То же касается и этого места, тоже нужно сделать именно высокий. Ну-ка. Слушайте, я только что подумал, что можно попытаться сделать немножко по-другому. Я не знаю, получится или нет, но можно попробовать использовать облачка чуть по-другому. Во, да, что-то типа того. Я имею в виду, что сейчас поменялось то, что я лично от нее отпрыгивал. Она сама меня оттолкнула, видите? То есть, если я не буду делать прыжок, то она, в принципе, меня очень неплохо пружинит и сама. То есть, мне тут достаточно просто нормально рассчитать, когда я буду под этим облачком, и потом просто на него залететь. А потом можно попытаться, знаешь, что сделать? Можно попытаться запрыгнуть, зараза, запрыгнуть на левый этот столбик, и потом от него делать прыжок, и все. Во! А дальше можно пытаться не использовать снова вот это облачко, тогда перегруппируемся, потом попробуем сделать вот таким вот образом. Да, вот. И здесь самое главное было просто... Да, и там получается самое главное просто сделать хороший выпад. И все. Ну-ка давай еще раз. Ага. Просто видишь, получается здесь есть проблема в том, что я делаю дэш в бок, а дэш в бок он... недостаточно хорошо срабатывает. Угу. А вот здесь самое главное взять хороший выпад и здесь. И все.
А там главное дождаться нормально. Нет, там не дождаться надо, там надо просто сделать ту же выпад, я имею в виду, дыш в бок, а не в этот самый. Ну да, а я, получается, хотел сделать его тупо прямо. Отлично, а теперь просто прыжок, прыжок, дэш, теперь высокий прыжок, можно еще даже дэш сделать, и отлично. Угу. И это еще не конец. Я, честно говоря, немножко запутался. Мы вообще... Так, погоди, здесь вообще как это можно реализовать? Я, по идее, могу... А ну, давай просто попробуем. Могу же? Я хочу пытаться залезть наверх. Просто вот там, если мы, получается, пойдем на правую сторону, мы просто не заберем тогда то, что находится здесь вот. Да? Здесь, получается, нужно сделать... Ну-ка, дай-ка попробовать. Нужно сделать вот так, потом так, да? И потом просто перепрыгнуть, по идее. Ты серьезно? И они, получается, забаррикадировали нам проход. Это очень подло с их стороны, черт подери. Но тем не менее, похоже, по-другому и не получится. То есть забираю вот это вот дело, а потом сразу же перелетаю на ту сторону. Ага. Короче, мне кажется, что я не смогу вам сейчас рассказать то, что я хочу, но просто потому, что вы видите, да, здесь, получается, нужно очень много... Очень много думать о том, как это дело пройти. Причем, знаешь, что... Нет, если я сделаю там... Вбок. Тут нужно дэш, получается, делать дэш, а потом уже вылетать, да-да-да-да, а потом уже вылетать на левую... А, погоди, нет нифига подобного. Надо еще немножко подумать. Смотри, получается, мы забираем кнопочку слева, потом мы прилетаем в центральный этот самый шар. И если же я попадаю... Я понял, получается, смотри, мы должны через центральный шар перелететь на правый шар, и тогда мы сможем подняться наверх. Да, и вернуться как раз через кнопку, через центральную кнопку, через центральный шар, вернуться направо. Но в этом случае я не понимаю, куда нам идти дальше, потому что дальше, видишь, дальше все закрыто, я не знаю, куда там дальше идти. То есть мы узнаем об этом только тогда, когда пойдем на правую сторону. И потом нам нужно будет очень быстро сообразить. Но это только в том случае, если я, конечно, не помру. Учитывая, что я помру, у меня еще будет время переварить, как там нам действовать дальше. Скорее всего, нужно будет просто залезть наверх. Хорошо, ладно. Одно я знаю точно, нам нужно сперва брать то, что находится слева. Ага, потом идти сюда. Не очень сложное место на самом-то деле, а проблема здесь только в одной центральной кнопке, и все. Вот именно эту центральную кнопку забрать сложнее всего именно из-за траектории полета самой Мэдлин. То есть я не знаю, тут как-то так рассчитать надо, чтобы можно было и кнопку забрать, и саму Мэдлин, получается, чтобы она перелетела через шипы. Я пытаюсь сделать так, чтобы Мэдлин перелетела именно над шипами. Зараза. Чтобы Мэдлин перелетела именно над шипами. Там, может быть, можно, знаешь, что сделать? Может быть, можно было бы попытаться пролететь под ними, но мне кажется, что это еще более нере... Хотя нет, там получается, чтобы она пролетела прямо под ними, там нужно это рассчитать еще как-то более... Каким-то, не знаю, более нереальным способом. Я думаю, что здесь лучше всего именно над ними пролетать. Ну, тогда попробуем. Да, вот, ну-ка. Теперь вот тут главное не ошибиться, а тут вроде бы... А, ну тут все было достаточно просто. Короче говоря, достаточно проблемное место оказалось, просто из-за вот этой траектории на центральной кнопке. Я не удивлюсь, если у меня будет куча смертей именно из-за этого, потому что я пока рассчитал эту траекторию, прошло достаточно много попыток на самом-то деле. И вот знаешь, вот сейчас получается снова срабатывает этот момент, когда у тебя получается с первой попытки у тебя получается дойти черти куда, а потом со второй попытки и далее ты пытаешься... Потом 10 попыток, короче говоря, ты пытаешься вернуться просто хотя бы в то место, до которого ты только что дошел. Давай, Мэдлин, просто дыши. На самом деле проблема не в том, что... Проблема не в сложности конкретных мест, проблема именно в руках, серьезно, то есть... Все здесь работает достаточно хорошо. Ага. Здесь надо сделать было дэш в бок, я понял. Здесь все на самом деле работает достаточно хорошо, и все отсыпчиво управляется. Проблема именно вот конкретно. Конкретно в руках. То есть. Все упирается именно в сам скилл. Серьезно. То есть, смотри. Все вот эти вот направления, я прям чувствую, как я прожимаю кнопки, и просто тупо неправильно. Сейчас я прям чувствовал, как я нажал вниз и не нажал кнопку в бок. И из-за этого произошло то, что произошло. Ведь?
Сейчас я точно прочувствовал, как я нажал именно две боковые кнопки. Короче говоря, я тебе говорю, то есть здесь все упирается чисто в руки, и все. И, наверное, кстати говоря, наверное, это именно та причина, по которой я и не горю. То есть я понимаю, что проблема именно в самих руках. Тихо. Вот этого я никак не ожидал. Я думаю, что я не горю именно из-за того, что я понимаю, что проблема тупо в моих руках, и все. То есть все мои проблемы заключаются в том, что у меня кривые руки, и все. Не более того. Поэтому я бы горел бы, если бы, допустим, проблема была бы, наверное, в управлении больше, чем в руках. А здесь знаешь, что нужно сделать? Здесь нужно было сделать дэш вверх. То есть ты делаешь дэш вверх, и потом натыкаешься, как раз тебя просто ветром сдувает. Тебя ветром просто должно сдуть на платформочку, а потом нужно будет как раз именно поддаться вот этому дуновению ветра, и тогда... Угу. Во, да! Это было так полно, черт подери! Что это было? Это было очень подло, согласись! Выключить ветер в момент, когда я уже... Ладно, хорошо. Так, ну-ка. Не совсем понимаю. Как я могу залететь вверх, если, получается, мы попадаем на эту платформу? Хорошо. Я смогу сделать дэш вверх? Ну, в принципе, да, прыжок дэш, да, все правильно, все работает. Здесь вот на таких моментах самое главное просто чувствовать вот этот ритм. То есть 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И честно тебе признаться, и именно из-за этого мы в заднице. Просто потому, что я никогда не чувствовал ритма. Ну, я имею в виду. Зараза. Давай медленно. На самом деле все достаточно просто. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И здесь так, и вот так. Идеально. А здесь, судя по всему, нам, знаешь, нужно сделать? Нам нужно как раз проехаться просто по этой платформе так, чтобы она исчезла в момент, когда мы будем как раз над сердечком. Потому что если мы сделаем дэш чуть-чуть раньше или позже, то мы просто не сможем забрать потом сердечко. Потому что нам нужно задэшить именно в него. Поэтому что мы делаем? Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Идеально! Золотое перо! Действительно несложно на самом-то деле, но бывают моменты, когда очень сложно что-то рассчитать. Вот, допустим, я довольно много времени провел просто вот на вот той... Много времени провел на моменте, где нужно было... Ну, где вот эти облачка были, просто потому что я головой упирался в ту чертову стенку. И много времени... Ох, батюшки. И много времени провел на тех шипах, потому что там нужно было рассчитать, вот, ну, там, где надо было третью кнопку по центру нажать. Много времени там провел, потому что не смог рассчитать нормальную траекторию, чтобы пролететь так, как положено. 570, капец. Это на самом деле рекорд, потому что мы на сторонах B обычно помирали не больше 300 раз. Угу. Ну, тем не менее, все прошло достаточно неплохо. Я даже не, опять-таки... Повторюсь, я даже не загорелся. Это было... Несмотря на то, что это было достаточно проблематично именно в двух местах, тем не менее, я все равно почему-то я получаю удовольствие от того, что здесь происходит на самом-то деле. А Робби меня реально бесит местами. Ну хорошо. Опять-таки, у нас, похоже, осталось не так уж много и уровней. То есть, имею в виду, у нас остается вот этот маяк, потом с обратной стороны что-то. Я так понимаю, что мы через маяк выйдем на ту сторону. И там у нас будет прямой путь наверх уже. Хорошо, ладно. Короче говоря, я расскажу вам то, что хотел уже, наверное, в следующей серии, потому что стороны B, они все-таки требуют какой-никакой, но концентрации они требуют. Ладно. Я надеюсь, что вам понравилось, и чтобы вы понимали, серия у нас будет уже выходить нормально, не через неделю-две, просто потому что у нас уже прошло несколько прохождений, уже будет проще. Уже сконцентрируемся на Селесте и Руби, как положено. Ладно, хорошо, я надеюсь, что вам понравилось, и увидимся с вами в следующей серии, которая не заставит себя ждать. Ладно, все, всем пока, удачи!